Все. Молоко вскипятило. Пей. Завтра еще принесу. Как все закончится, сразу вернешься. Скажешь, что допросов моих боялась. И убежала. Грудь в тепле держать надо. Давай сюда. Давай сюда. Спасибо, что помогаете. Мое солнце. Мое солнце. Да. Все. Все хорошо, бабка пришла. И не забывай, поднимай руки, что он бандит и тебя за собой тянет. Угу. Ты должна сама решать, как тебе жить. Слышь, грудь в тепле держи. Угу. Все. Сейчас пойдешь к мамке, да. Все, тихо. У меня мать как учила. Все плохое забыть надо. Угу. Тогда оно останется в прошлом. Но все это неправда. Все, от чего-то в прошлом не избавилась, все тебя догонит. Так что не повторяй моих ошибок. Тихо. Да. Она успокоилась. Тихо. Сейчас тебя мамке отдам. Давай, успокаивай. Снаружи слышно. Вот так. И ноги. Тебе держи. Давай. Спать в носках будешь. Угу. Береги ее. Все. Круг. Радость моя. И уходить-то не хочется. Тихо. Я места себе не находил. Она сказала, меня спрятать надо. И сказала, что меня могут допрашивать. Из-за тебя. Прости. Лизка, дочка, Миска, милая моя, вам со мной уходить надо. Ты же со мной? А ты будто сомневался. Здравствуй, Лиза.
Илья, прости меня. За что? Руки! Руки! Так надо. Забирайте. Склады пустые, топливо замаскировано. Хорошо. Личного состава 40 человек. Да, полная рота. С сегодняшнего дня пищевой комбинат переходит в наше видение. Вы будете сопровождать машины с продукцией комбината на фронт по 2 человека в машине. Есть. За распределение людей и организацию охраны объектов отвечаете лично. Так точно. Лейтенант, дальше по распорядку. Равняйся. Мирно. Действуй согласно распорядку дня. Разойтись. Я еще раз спрашиваю, где сейчас находятся Матвеев и остальные? Вы, милиция, ищите. Что же вы нас терзаете? Какое дело задумал Матвеев? Илюх, скажи им. Себя-то не позорь. Поможете? Может, и снисхождение к вам найдется? Подожди, Гарри. Не молчать, значит. Сами правду не скажете? Выбьем. Илюха. Но? Но? Есть признание, скажу. Есть признание. Говори. Хорошо, убедили. Есть признание. Все равно уже терять нечего. Признаю, убил человека. Только не ради наживы. Ради матери. Чего? Тебя Коля прибить хотел, я не дал. Это что получается? Коля, ты? Я. Мразь. Врёшь. Ты что, не слышишь, что ли, мать? Я ради тебя человека убил. Борисыч, зафиксируй признание в убийстве гражданина Антонова. Я еще раз повторяю, где сейчас находится банда. Ну, что у вас, капитан? Работаем? Долго, долго. Третий час возитесь. Только что получили показательные признания в деле об убийстве товарища Антонова. И все? Выводи обоих. Подождите. Товарищ майор, мы уже допрашиваем. Ускорим. Черт. А ну, разойдись. Вы оба к стене. Товарищ начальник. К стене ставьте их. Товарищ майор, позвольте вам напомнить, что это единственные наши свидетели. А вы действительно сейчас об этом думаете, товарищ старший лейтенант? Или стараетесь сына выгородить? Я думаю, в нашей ситуации надо цепляться за любую возможность. Товарищ майор, я поддерживаю старший лейтенант. Где банда? Где банда? Я не знаю, мы разминулись. Товарищи, да он знает. Точно, он у Егора в любимчиках. Да чем угодно, поклянусь. Трепло. Да вы прижмите его хорошенько. Прижать, говоришь? А что вы сейчас делаете, товарищ старший лейтенант? Защищаю единственного свидетеля. Дайте сутки.
До утра. Не больше. Поехали. Давай, иди. Галя. Ты здесь побудь. Я с ним сам поговорю по-мужски. Я помогу. Ты что делаешь? Я сама с ним должна поговорить. А это на всякий случай. Целых 3 дня. А чего? Как чего? Работать нужно. А чего здесь не работаешь? Илюш, где приписано, там работаешь. Все, спать давай. Лизу с ребенком приведи. На вопросы наши ответишь? Нет. Открывай. Поиграем? Ну, давай поиграем. Чё, Матух? Какими судьбами задержали-то? Я у тебя тут до утра с тобой посижу. Ну, давай посидим. Помолчим. Так, с чего начать-то? С чего бы начать? Да вот со знакомства и начну. Нормально будет? Кого? С кем? С отцом твоим. Другого случая у нас, может, с тобой и не будет. Послушаешь? Валей, только не жалостливо. Я жалостливо не люблю. Хорошо. Он тогда в городе у нас проездом был. На танцах познакомились. Он сразу меня выбрал, и так вот весь вечер провели вместе. Провожать меня вызвался. Ой, я это знаю. Знаю. В тот же вечер он со мной и снасильничал. Ты сама с ним пошла? И не один раз. И не один раз? А другого я ничего не знавала тогда. Думала, всегда так происходит. Страшно, больно, но терпимо. А у вас с Лизкой как? Не так. Хорошо. В общем, 2 месяца прохороводились. Ясно стало, что беременна. Вот и все. Что все? Вечером попрощались, как обычно. На другой день он не пришел. На 3-й день искать побежала. Потом плакала. А через 4 месяца к нам с обыском. Отца искали? Краденые. В Орле там квартиру обчистили, а хозяев убили. А в городе он у нас просто отсиживался. В общем, у нас ничего не нашли, а меня забрали. Куда? В Орловское отделение милиции. Ну, это ты видел.
Да, бабушка рассказывала, как ты случайно кипятком. Правильно. Кипятком. Только не бабушка. Я вот только не понимаю, как ты после этого к ментам пошла. Начальник отделения милиции Серов Анатолий Геннадьевич тогда человек был жестокий, но с пониманием. Он как руку мою увидел, следователь дал по морде, а меня отпустил в освоясь. Недолго я родила. Признайся, Марья, ты же меня как котенка хотела утопить. Плакала, думала. Не знала, что ей делать. А потом мать ко мне подошла, взяла мою руку, твою ручонку, маленькую такую, рядом положила. Говорит, видишь, мизинец, кривой слегка. И у него такой же. И у прадеда такой кривой был, и у внуков такой кривой будет. И у Верочки тоже кривой. И у Верочки кривой. Так что, сынок, как жизнь нами не вертит, как на разные стороны баррикад не воротит, а мизинцы у нас с тобой одинаки будут. Ну, чё ты маешься все? Рай, иди ляг, поспи. Да я места себе не нахожу. Ну, не нахожу места себя, если ничего не получится, если охрана никуда не денется. Я ж такая молодая. Ну, мы же все погибнем. Ну, что ж мы делаем, а? Тихо. Ну, зачем? Все хорошо, все хорошо. Тихо, успокойся. Терпение. Все будет хорошо. Ни голода, ни холода, а, Рай? Зато потом всю жизнь в бегах. Ну, в бегах да в мехах, а, Райчик, все. А на одном все. Месте сидеть жизни не увидишь. Пошли. Пойдем, поспишь. Давай, 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 давай. Надо отдохнуть. Все будет нормально. Угу. Поспи пару часиков. Хорошо. Завтра день трудный. Угу. Ну, а ты? Ну, а что я? Куда ты, туда и я за тобой, ты же знаешь. Ну, вот. Я тебе всю жизнь свою и пересказала. Могла бы пораньше пересказать, попробовать. Ты маленький был. Да. Ну, неважно. Неважно, пересказала и все. Осталось покаяться. Я когда твоего отца арестовала, много лет спустя, предъявить ему было нечего. Только подозрение. Но я же знала, если выпущу, то сбежит. Да ему... Ему нужен был всего лишь врач. Это риск. Это риск. Я не могу выпустить подозреваемого из камеры. Это окошко для побега. Жалости у меня к нему не было. Так что... Так что? Не верила я никогда, что он помрет. До конца думала, что он прикидывается. А если бы знала? А? Все равно бы не привела к врачу. Слишком много зла у меня на него было. Если бы сейчас... То что? То что? Не я стала. Научилась не только казнить, но и каяться. Легче, Илюш, легче. Покаяться, да? Покаяться, Илюш. Спасибо, мать. Я прям в театр сходил. Меня прям проняло. Ты думала, баш на баш будет, да? Ты мне про батю историю расскажешь, а я всех сдавать начну, да? И плакать по поводу кривого пальчика буду. Мать, они для меня
больше семья, чем ты. А по поводу этих кривых мизинчиков... Тут надолго. Ведь его же можно и оторвать. Все, не нужно. Тут это... Лиза с ребенком у нас в отделении. Приведи их в соседнюю камеру. Ты знаешь, время у тебя до утра. Потом другие возьмутся. Так что давай. Вопрос ты Кто плачет? Дочь твоя. Ребенок твой. Лиза в соседней камере. Я же говорил, что Лиза здесь ни при чем. Ну как ты ни при чем, сынок? Семья всегда при чем. Так, освобождайте ее. Не, я такие решения не принимаю. Да, ты принимаешь. Принимай решение давай. Ты можешь. Я не могу. А ты можешь. Отпустишь, я все скажу. Я должен их видеть. Открывай! Здравия желаю, товарищ майор. Ну что, время вышло. Есть результат? Работаем. Инициативу одобряю, Николай Михайлович, грамотно. Ну что, Семенов? У вас карта есть? Я могу показать, где они отсиживаются. Нет, поедешь с нами. Если выяснится, что ты нас обманул, значит, на месте все и закончим. Стоп, 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 стоп. Куда ты собрались-то? Давай, Илюш, давай расскажи нам, что там Матвеев-то задумал. Давай, выкладывай. Мы с тобой уговаривались. Продуктовый грабить. И кассу взять. Когда? Завтра. Под вечер. 8. Может, тогда мы засаду организуем? Да нет, засаду могут обнаружить. Надо упреждать. Да они до завтра еще отсиживаться в лесу будут. Так, операция усложнилась. Собирайте людей, Николай Михайлович. Я коменданту.
Он пришлет солдат. Сбор через час. Хорошо. Двигайтесь. Давай. Вперед, вперед, вперед. Пошли, пошли, пошли. Так, милая, ты остаешься. Какой остается? Мы с тобой уговорились. Николай Михайлович, может, нет необходимости? Да нет, необходимость есть. Чтобы он какую-нибудь глупость не выкинул. Нет! Нет, я сказал! Если вы ее не отпустите, я с вами. Руки убери! Я с вами никуда сейчас не пойду! Семенов! Ведь я могу твою бабу сейчас к стенке поставить. И тебя рядышком. Дочь сиротой останется. Не надо! Дайте я, пожалуйста! Илюш, послушай. Мы тебя с Верой ждать будем. Иди, все хорошо. Иди. Спасибо. Помогла. Как договаривались. Ты слышишь? Ты, главное, не бойся. Тебе до Верочки ничего не будет. А он какой-никакой. Тю-тю-тю-тю. Шанс на снисхождение получит. Если, конечно, дурость никакой не выкинет. Все, давай, будет, будет. Работаем. Давай, давай, давай. Силы поделим. Основная опергруппа идет в логово бандитов, вторая в засаду к продуктовому магазину. Людей маловато, товарищ майор. Фролов, перекинь человек 5 с топливного к магазину. У меня их всего 10 человек. Ну, а какие предложения? Так, Гнедов, Федорченко, берете двух милиционеров, получается 9. Дуйте к продуктовому, найдите местечко поукромнее и затаитесь там. Только продавщицам не клеится. Отставить смех. После будете веселиться, когда банду ликвидируем. Сереж, ты за старшего. Головой за него отвечаешь, понял? Есть. За мной! Ну вот и все. Все, ты на склад. Поехали. Украл? Тебе чего не хватает? У тебя этого дерьма как волос на голове. А чего? Может, теперь здесь поработаешь? Илюшка, прости. Прости. Оставь нас. Не переживай за своих. Ты не переживала бы за своих? Я тебе обещаю, пальцем внучку тронуть не дам. Если только, конечно, обмануть нас задумала. Ты, Галь, в заботу не играй. Меня все одно расстреляют. Хочешь себе лгать, лги, а мне не надо. Капитан! Кровь? Смотри. Паша. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Это наш Федя. Его сегодня с топливного на комбинат перевели. Грамотно. Прямо в сердце. Оружие при нем, следов борьбы нет. Значит, убийцу он знал. Ты говоришь... Тот, кому поручили грузовики охранять. Так точно. Дорога на комбинат здесь. Пошли. Ой, попробуем разобраться.
тут-то все и началось. Вон на второй. Та же картина. Машину остановили. Солдаты вышли сами. Повернулись к убийце спиной, значит, убийца свой. Николай Михайлович, обратите внимание. Быстро, одним ударом, со спины в область сердца. Значит, это не банда работала. Похоже, Фролов прав. Диверсант. А где же машина? С водителем-то может, что? Может, бежал? Ты что про это знаешь? Мне-то откуда знать, я вас вчера всю ночь куковал. Егор любит менять планы. Так, товарищи, сначала ловим банду. Диверсанта потом. Показывай, Илья. Хорошо, диверсант. Ну, а машина с солониной кому могла понадобиться? Разберемся, значит. Карета подана. Давайте залезать скорее. Лето. Деньги в машине раздашь. Все проверили? Оружие, патроны? Да. Все помнят, что делать? Немецкая, Егор, где взял? Дрюни, я же не одну неделю готовился. Давай, грузись скорее. Живи. Егор, там мужик какой-то. Мужик? А это наш помощник. А машина-то откуда? Подарили. Давай, живи в машину. Заводи, поехали. Солдаты, окружить здание, посмотреть возможные входы и выходы. Милиционеры за мной. Глаз с него не спускать. Не так. Николай Михайлович, что-то тут не так. Вперед! Руку. Твою мать! Илья! Васек, живой? Держи, воин. Откуда у твоего сына оказался пистолет? Хотел бы я знать. Не знаю. На меня думаешь? Я не думаю, Гарь, я вот сейчас не знаю, что мне думать. Чего смотришь? А ребята нашего продуктового? Может, они и не продуктовый взять хотят? Да, а что? Возвращаться надо срочно. Паш, собирай всех быстро. Идти сможешь? Смогу. Чего сидим? Пошли! Вперед! Давай!
А что это? А ну-ка, дуй-ка, выясни, что там. Подожди, на. На. Вот это да ты чего? Так, бегом, одна нога здесь, другая там. Ой, слышал? Чего? Кричит. Да иди уже. Сейчас я... Куда? Да выясню, что. Ребенку плохо, пожалуйста. Эй! Ты чего шумишь тут? У меня ребенку плохо. Чего плохо? Да вон вырвало только что жар. Помогите, пожалуйста, я вас очень прошу. Мне очень страшно, помогите, пожалуйста. Ну вы посмотрите, ну плохо ребенку, ну вы же женщина, ну помогите. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну что там? Что там? Вперед иди. Иду, иду, иду. Иди. Иду. В сторону. Нина. А ты, дамочка-то у нас, оказывается, непростая. Как ты это, раскрутила? Не вынуждайте брать греха на душу. Ну, так ты сообразительная дамочка-то. Заткнись! Да я вижу, что кто сильнее здесь. Я просто для себя хочу заткнусь, понять. Заткнусь, я отъехала, я сказала! Борис, что откатись, Борис? Пожалуйста, откатись! А ты к ней, я быстро! Наградной же. Дура. Спички дай. Иди сюда, начальничек. Спокойно, милые. Пошел. Спокойно. А ну пошел. Вы меня все знаете. Я никому зла не желаю. Знаю, знаю, о нас много чего дурного говорят. Но поверьте мне, не все то правда. А знаете, что зарплата за 3 месяца ваша уже здесь? Как так? Привезли. Да задержали немного, завтра хотели... Задержали? Мы, товарищи, никогда хороших людей не трогали. Мы давили вот таких вот гадов, ростовщиков, спекулянтов. Те, кто фальшивки клепает. И вот такие вот, поверьте мне. Они еще у немцев за доносы получали. А наша власть пришла и что? Изменилось чего? А? Тронул их кто? Забыли? С рук сошло. Вот так вот и зарплата завтра. А потом, глядишь, послезавтра. А мы решили сегодня раздать. Нам не жалко, а? Давай, ну-ка иди. Опа. Подходи, народ. Давай, бери все ваше. Давай. Давай, давай! Давай, давай! Это Ильич на вещах! Давай, давай! 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 Эй, смотри! Еще! Смотри, говорю! Что здесь? Грузовик за замещатель! Я тебя предупреждал, что туши! Давай! Давай, давай! Туши давай! Чего значит замерла такая? Это погоди, чушь какая-то! Чего? Зачем вам машину воровать? Взрывать здесь новый склад! Галя, потом соображать будешь! Давай пока все вместе! Да все давай. Вместе! Вот именно, что все вместе! Что? Мы здесь все! А они сейчас что, продуктовый грабят? Нет, не продуктовый. Думай давай, работай. Да думаю я. Слишком много шума. Куда им в городе не добраться? Пошли. Паша! А? Паша, бегу. А тут как же? Без нас разберутся, давай, бегу. Куда? На мясной. Че? Там к ночи. Кассу привезли на 500 000. Хватит. Бегу. Паша, бегу. Воды давай. Воды. Дружиней давай!
Лиза, иди ко мне. Ты же со мной? Тише. Тогда слушай. Сейчас пойдешь в ментовку, сдашь меня и ничего не бойся. Все продумаешь. Все получилось. Ты молодец. Молодец. Ты тут. Ты тут. Ты тут. Дело сделано. Ты тут. Дай. Дай чуть-чуть. Дудь. Чуть-чуть. Пойдем. Я слово даю. Сейф откройте, отпущу. Откроешь? Давай, милый, да. давай. Сейчас. Так, Вань, налево, Сережа направо. Встаньте по углам. Есть. Смотрите, чтобы никто не проскочил сзади. Вась, с комиссаршей у ворот. Егор, менты. Много? Человек 5. Живей! Егор, уходить надо. Помогите! Егор. Ну, Егор. Давай. В окно уходите. К воротам. А ты? Менты же, Егор. Прямо сейчас уходить надо. С ментами я сам разберусь. А ты о деньгах позаботься. И помни о будущей жизни, о будущей жизни. О девках думай. Давай, 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 длинный. Пошел. Спасайся, братцы! Спасайся! Старший в котельне заперся, сейчас спадет! Бегом отсюда, бегом! Бегом! Спасайся! Давай, давай, живи, живи! А ну стоять! Лиза! Паша, Лиза! Смотрите! Тихо! В госпиталь не надо! В госпиталь! Сообщи в госпиталь! Коля! Ушли, да? Ушли. В операционную, быстрее! Нина! Да! Передай! Семенова за начальника, поняла? Поняла, Николай Михайлович. Да не поняла, а так точно! Ну так точно, так точно! Пусть выступают прямо сейчас! Спать не ложатся, пока не поймают! Хорошо! Да нехорошо, есть! Ой, есть! Выполняй, давай! Товарищи, товарищи, посторонний вход в операционную воспрещается! Коля! Коля, я рядом, я здесь, Коля! Ну, работаем, значит. А? А? Делить-то будем? Будем, будем делить. Давайте, давайте, делите. Я же говорил, время настанет. Вот и настало. Начинать пора. А? Всем поровну делим, а? Да-да-да. Ну что, долго нас ждали-то, а? До часа два. Ух ты, да. Ну, дайте посмотрю на ваш дочерт. А, ладно. Из-за такой козявки, такой весь сыр-бор, такой маленький. Слушай, как вы туда пистолет-то спрятали? Он же туда не войдет, дай посмотрю, как тут. Че нос повесило, а? Ну-ка. Придумали, конечно. Вяжи его, общак пропал. Давай, 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 давай.
Ну чё? Баба, вшмонай! Ах ты, скотина! Тихо, 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 тихо! Егор, ты что творишь-то? На дело ты уходили, общак на месте был, сам проверял, все видели. А ты говоришь, два часа нас ждал, а? Егор, я у реки вас ждал. Ну, у реки, Илюша, или не у реки, кто это знает-то? Егор, я клянусь тебе, я ничего не брал. Егор, я тебе клянусь, я ничего не брал. Не надо орать. Не надо, Илюш. Сложная история, Илюш, сложная. Ну, ничего, ничего, распутаем, распутаем. Вы чего? Ребят, я за вас в винтовку ходил. Я своей шкурой рисковал. Да ты пойми, Илюш, кто знает. Может, ты не ментов вовсе обманешь, а нас. Понимаешь? С бабы глаз не спускайте. Я пойду по округе пошарю, может, что найду. Нет. Да убери ты пистолет! Помоги лучше деньги собрать. Не трогай ее! Может, здесь? Здесь речка проходит, может быть, если сюда. Товарищ Семенова, с этого момента поимка банды будет проходить под руководством НКВД. Товарищ, я не вполне понимаю. В результате действий вашего сына мы стали жертвой чудовищной провокации. Топливный склад уничтожен, работа комбината остановлена. Я знаю, мы только что оттуда. Сидя в камере, ваш сын каким-то образом раздобыл пистолет. Пистолет принесла сожительница. До этого ты с ним полночи просидела. Кроме того, нам известно, что старший лейтенант Семенова сознательно затягивала работу следствия во время поиска банды. Это не так. А вот тебе факты. Сын ее сбежал, не сообщила. Военного с поддельными документами нашла, не сообщила. Товарищ майор, отправилась в одиночку на квартиру к подозреваемому, в результате чего погиб сотрудник милиции. И хотя капитан Супрун ее покрывал, на наш взгляд, можно проследить диверсионные действия и саботаж. В общем, лейтенант Семенова, вы арестованы по подозрению в помощи бандитскому формированию. И зачем же мне им помогать? Да хотя бы потому, что ваш сын в банде. Этого мало? Товарищ майор, Семенова не виновата. Это не вам решать, товарищ лейтенант. Гнедов Федорченко, заберите у Семенова оружие и проводите ее в камеру.